Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Ролан Морозов. И сегодня я делаю это видео, чтобы предупредить вас, что, если вы помните, раньше был такой, на самом деле, отличный клуб BitClub Network, то есть майнинг пул, где можно было бы заработать хорошие деньги, но в связи с тем, что его владельцы стали торговать акциями, чему им, в принципе, не было право торговать, их всех и посадили. Собственно, смотрите, сделано такой же аналогичный сайт. Вам могут обратиться люди, что сайт опять же работает, тут работает техподдержка и все работает, что остановите, пожалуйста, свой аккаунт. При желании, то есть при попытке восстановить аккаунт, у вас спросят заново все данные, что типа надо снова пройти верификацию. Вот смотрите, даже на странице вот это раз медленно, да, якобы все отлично, все работаем, продолжаем в старом схеме. Но в реальности, вот смотрите, раз медленно посадили, уже в прошлом году. И мало того, что был обман нас как инвесторов, про биткоинов, его еще и обвинили в педофилии. То есть этот человек, в принципе, сидит в тюрьме. Ну, никакого связи у него не может даже быть BitClub Network. Так, собственно, в чем тут фишка? Смотрите, можете восстановить свои данные. Вот, например, вот так. Я зайду по своим старым логинам. И видите, типа показывается, что детали есть, но надо подтвердить. И вся фишка в том, чтобы вы перевели бы на эту сумму сюда денег. То есть, даже можно ради интереса посмотреть, кто-то заводит сюда деньги или нет. Чтобы вы перевели бы туда деньги, разблокировав аккаунт. И в связи с этим, получается, они зарабатывают. На самом деле, тут уже не продаются ни пулы, ничего подобного нету. Это просто пустышка, чтобы заманить старых клиентов, а тут было их реально много, что клиентов было, ну, вы сами видели сколько. Но, слава богу, баланс очень маленький, что не очень много людей-то попались на эту аферу. Но все-таки есть, смотрите. Нулевые. Но, тем не менее, я надеюсь, что вы поняли, да? Вот, да, все-таки есть, к сожалению, люди, кто попадаются на эту аферу. Я надеюсь, что вы поняли, да, что это чистой воды обман. Что тут не работает ничего. Что, видите, одно и то же, кидают на одну и ту же страницу, чтобы только вы платили бы деньги. Тут даже уже нету возможности купить пулов. Вроде бы страница открывается, нажимаем. Ну, короче, вообще пустышка. Будьте, пожалуйста, очень внимательны, друзья. Этот афера, люди хотят заработать насчет этого, что сейчас многие ждут своих денег от BitClub Network, то есть, когда состоится полный суд, мы все заполняли анкеты и можем попытаться получить свои деньги обратно. А что вы сейчас видите, это просто новая афера. Видите, ни одного вашего пула нету, команды нету, просто пустышка. Получается, страница пустышка. Я надеюсь, вы меня услышали, что это новая афера. Никоим случае не попадайтесь на нее, что будем зарабатывать только честным путем и пытаемся держаться дальше от таких мошенников. А с вами был, как всегда, я, Ролан Морозов. Делитесь этим видео с своими друзьями, чтобы они могли бы быть предупреждены, во всяком случае, тех, кто раньше работали BitClub Network. Я даже не знаю, например, работает ли сейчас тут форма регистрации. Давайте вот посмотрим еще, что можно ли попасть сюда люди, могут ли попасть сюда люди
А ну да, видите, даже спонсора нету, спонсор один, и точно такой же кидалово. Ну ладно, друзья, делимся, не попадаемся, зарабатываем честно и, главное, быстро. Всем пока, друзья.